классная камера. И так поворачивается, так поворачивается. Да, это такой бюджетный регистратор. Но все равно. Другие со скрипом там вот так вот разворачиваются. Она скрипит как раз таки. Да ты чё? Просто так получилось. Мы ее уже делали. А, уже огонь, воду и медные трубы повидал. Вот здесь, наверное, да? Бастау, да? Бастау? Арнау. Арнау. Вот, Арнау. Да, вот. Людей много. Собрались. Ну, здесь уже, ну, кроме вот нас. Ну, тут Тафандары разные национальные. Ну, да. И одетые. Нам надо как раз все это вот и снять. Ой, даже плов готовишь, что ли? Нет, это... А, в них варят, да? В них варят, да. А то, я думала, там внутри они сразу же приехали. Да, где-то слева или справа можно. А, нет, справа не получится. А вот так вот к дереву нельзя будет? Да, сейчас я тут развернусь туда, посмотрю. Там, в принципе-то, и торопиться некуда. Нет, нам есть куда торопиться. Сейчас пойдем. Ну, мне торопиться некуда, я вообще не уверен. Вы с нами будете? Итак, всем привет, добрый день, да. Сегодня 29 ноября 2018 года. Мы находимся где? Тойхана Арна. Арнау. Арнау. Да, которая находится по Аргынбекова. Ну, номер, конечно, не имеет значения. Мы не знаем. Что здесь происходит? Хочу сказать, что здесь происходит фестиваль, угу, «Казахский дастархан», насколько я знаю. Угу. Ну, хотел бы пригласить и остальных тоже, вот, кто, угу, желает. В прошлом году, участвовали много вот эти вот, угу, в основном с ассамблеи, угу, народов Казахстана. Вот они как раз вот каждый вот этот этнокультурный центр готовил бишбармак. Вот в этом году именно то по-своему. Же самое, наверное, да, вот то же самое, я думаю. Это культурный, да, центр. Ну, пойдемте посмотрим, что там происходит. Можно. Да. Все основное действие происходит здесь, сюда за углом. Сразу не просмотришь? Сначала что? Там ты хочешь? Не, я хочу кухню посмотреть сначала. А, снять чуть-чуть? Все хорошо. Ага. Так, пойдем, Алена. Тебе виднее, будешь комментировать. Что не так? Так, что здесь готовится? Свеча. Первый, второй. Здравствуйте. А что у вас готовится? Бишбармак. А посмотреть можно? А тут бульон сейчас. Да. Мясо сняли уже. Все понятно. Уже а сколько это... мяса варится? Мясо? Да. 2-3 часа. 2-3 часа. Тесто? 10 минут? 5-10. Да? А здесь каждый из какой-то той ханы, да? Нет. А. Иранский культурный центр. А, вы да? С каждых, да, разных. Это по-ирански, да? Нет, это казахская. Казахская. Просто каждый, да, вот допустим, иранцы понятно готовят этот, я такой бишбармак. Это культурные центры, казахское блюдо готовят. А, понятно. А кто ваши соседи? Соседи наши. А турки. Вот смотри, первое, Иран, второе. Турки по номерам идут там. А, поляки, написано. Вот, даже поляки готовят. Да. Конечно. Добрый конечно день. Вы поляки? Да, мы поляки. Круто. Ну вы местные поляки? Да. Вот у нас в Шымкенте и поляки живут. И вы готовите бишбармак? Нет, вот повар наш. Да? Татьяна Тамаловна. Тамаловна. Татьяна Тамаловна. Наша, она повар. Я стесняюсь. Да, не стесняйтесь. Это вообще круто. И сколько здесь видов? Так, нет, раз, вид один, получается, два, просто три, один, три, да, 4, 5, 6. Все равно это получится там с какой-то изюминкой у каждого, да, по-своему. Мы? У нас просто канадский. Вот такие красивые. Красивые, я бы сказал, казахские сказочные персонажи. Конечно. Наоборот, хорошо, когда приглашают, обязательно приезжают.
Прокоптимся. Что происходит? У меня такое чувство, как будто здесь какое-то волшебное какое-то зелье варится. Ну, как будто бы зелье, да? Ну, классно. Ну, у каждого. И сколько? 14, да? 14, получается, у нас 14 выступает этнокультура. Туркестана. А Каракалпаки тоже делают. Ничего себе. Славянский центр. Чечено-ингушский центр. Кыргызский центр. Пойдем посмотрим, что там внутри творится. Да, все внутри посмотрим. Ты заснял все на культурные центры? Сайрам надо нести. Нет, это уже районы просто. Да, вот, узбекский есть тоже, курдский культурный центр. Сейчас я пообщаюсь, вот получается, с поляками, получается, он говорит, а можно вас пригласить на концерт? Или я говорю, конечно, можно, мы будем рады. И говорю, давайте мы к вам чуть попозже подойдем, телефон ваш возьмем, все. Они говорят, что их этнокультурный центр в Фейсбуке есть. Полетело, тесто варится. В Фейсбуке? Да. У нас не телевидение, мы просто блогеры сами. У нас канал свой в Ютубе, мы выставляем. Добрый день. Давайте. Сейчас подойдем, сейчас я позову там. Такеши, пойдем. Нас тут зовут представители. Они говорят, а можете у нас взять интервью? Я говорю, без проблем. Люди вот мы в костюмах. Просто вот узнать все с ними. Кто у вас спикер? Чье это? Колечко чье? Девочки, кто кольцо потерял? Кольцо с бриллиантами. Кто потерял? Что ты будешь делать? Здесь происходит очередное, как сказать, ежегодное шоу, Бешбармак-шоу на лучшее приготовление этнокультурными объединениями Бешбармака. Сначала там ты хочешь, а вы здесь в качестве... Мы от славянского этнокультурного объединения. Повара наши готовят, а мы будем петь для них песни. Понятно. А потом они вас накормят. Да, скорее всего. А можно мы воспользуемся моментом и анонсируем наш предстоящий концерт? Вот для жителей города мы говорим о том, что 1 декабря в Доме школьников состоится наш концерт с гостями из Павлодара. Так, давайте. Сейчас уже... Кто приглашал? 1 декабря наш хор «Светоч» выступает во дворце школьников в 4 часа, и там будут еще артисты из Павлодара, такой же народный казачий иртышский хор. Просим всех на наш концерт, получите море удовольствия. Все, присоединяемся, да, приходите, будет, ну, как вы видите, интересно. Свободный. Концерт посвящен Дню первого президента и матери казачки. Понятно. Спасибо за приглашение. Все, спасибо. Мы еще здесь будем наблюдать за вами. Мы в Ютубе, канал «Счастье есть». Счастье есть? Счастье есть, да. Да. Алена, ты не представляешь, что там. Пойдем. Я даже камеру не хочу выключать. Пойдем. Покажем, да? Так, ну, покажем. Оттуда. Покажем, начинается. Да. Так, праздник казахского дастархана. Казах дастарханы. Так. Пойдем посмотрим. Ну, здесь первые от входа. Это туркестанский филиал чего-то.
Просто Туркестан филиал. Угу. Как выглядит? Красиво, да? Да. Здравствуйте. Это вы приготовили стол? Вы приготовили этот стол? Да. А можете рассказать, что здесь? Да, можем. Это национальный турецкий котлама называется. Это бауырсак общий наш мусульманский, казахский, узбекский, турецкий. Это базлама. 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 Это юха. Юха. Ну а здесь ассорти вот хазы, асып, харта, гая, казни, канина. В смысле. Вот это фасалли называется у нас. Еще что вам сказать? Ну это хворт, это ручное масло, сливочное ручное изделие. Вот это. Это брынза, сыр по-турецки, да, по-турецки. Это творог, ремшик по-казахски, по-турецки шорт. Ну а это, видите, помидоры, огурцы. Вот это бас казахское гостеприимство, калля называется, баранина. Вот его первым гостям, уважаемому старшему человеку, его и подносят. Он имеет право разрезать его и раздавать всем. Ну, это сухофрукты, фрукты, вот это все вообще. Вы, получается, из культурного центра турецкого? Мы от культурного центра Туркестан, город Туркестан, то есть областной. Сейчас выступаем от города именно. Именно от города? Именно от города. А, понятно. Туристический центр, он там, они отдельно. А мы от города выступаем, как представители города. И началась дискотека! Все столы, но походу сейчас будем обходить и Я так предполагаю, что самое интересное действие для нас произойдет снаружи, на улице. Посмотрим, как готовят. Все. Так, смотрим, как закидывают. Опа, ловкими движениями рук, тырц-тырц, каждая отдельно, для того, чтобы тесто не слиплось. Так, 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 движение быстро, нужно спешить, для того, чтобы всем успеть в одно время. Так, здесь уже успели, опа. Здесь вот более крупные куски. Суета, суета, не успевает, что-то не получается. Так, быстро, быстро. Вот такие позитивные ребята в Шымкенте. Если не было слышно. О, смотрите, бабушка палит. Что происходит?
Установка накаляется, как бы не попасть под горячую руку. Перейдем на другую локацию. Так. Здесь все вроде бы спокойно. Ух ты! Там что-то какой-то специальный бульон. Вроде бы зелень там какая-то. Так. Кто-то уже приготовил. Вещь, воду. Все готово. Так, пошла вторая часть. Да. И прямо сейчас это все будет подаваться на стол. Только украсят. Ну как украсят? Добавят основной ингредиент. Это мясо. Мясо конины, козы. Да, очень много мяса. Два в три раза. Чем больше мяса, как говорится, мясом бешбармак не испортишь. Так, точно. И разное мясо надо туда. Да, а какое обычно туда ложите? Конину, конина, говядина, козы и баранина, копченая. Индюшку можно, курицу можно. Ну, в основном вот так. В основном конину. Баранина, конина. Так, надо на все это действо посмотреть с высоты. Конечно, конечно. Так, вы откуда? Из Сарагача, Сарагачского района. Вас зовут? Диляра. А вас? Таджикский центр. Мукаддам зовут меня. Таджикстан центра? Вас как зовут? Мухаддам. Мухаддам? Очень приятно. И нам тоже приятно. Чтобы организовали вот это. Да. Главное, мирное небо и вкусный беш, да? Если в желудке каждого человека будет вкусный плов, вкусный беш, вкусный, там, я не знаю, русский борщ или украинский, то, естественно, будет мир и согласие. Сейчас посмотрим,
что там произойдет внутри. Там намного интереснее, поэтому, я думаю, официальную часть мы пропустим. Ну, там, что говорится на официальных докладах, вы все знаете, поэтому нет смысла показывать. Посмотрим лучше на то, что происходит в народе. Здесь поинтереснее, но дым глаза режет. Очки еще как-то спасают. Давайте чашку, пожалуйста, давайте Ребята, просто шикарно. Thank you.
готовили? Да, классно. Вы откуда? С Туркестана. С Туркестана. Туркестанская область, откуда именно? С Чимкента, мы здесь. А, все. Узбекский центр. А, все понятно. Все. Поляки такой беж готовят. Посмотри, какие поляки красивые. Да. Вообще огонь. Вот так дружно живут у нас. Oh,
Подожди. Послезавтра вы вообще на открытие придете Арбата? Не знаю даже. Как получится у нас? Потихоньку. Получается. Каждый день что-то новое. Вот на Арбате? Начали ставить домики маленькие. Похоже, для этих, тех, кто торгует. Будет красиво. Там еще и сцену поставили. Выступление будет. Ну что, подытожим наш поход на фестиваль казахского Дастархана. Все круто, очень понравилось, но, к сожалению, я вот честно не покушал, потому что одного маленького кусочка теста и маленького кусочка мяса вот мне почему-то достаточно было. Видимо, это связано с тем, что такое количество еды сразу видишь и как бы блокирует, да, организм. Вы, добра, конечно, но... вы попробовали или прям поели нормально? Там некогда было. Да? Вот это. Мы собрались, я смотрю, давай быстрее. Нет, там меня прям за каждый стол. Идем здесь попробуй, идем здесь попробуй. Этого, да. Мне пару столов, да, разговора нет. Давайте сюда, давайте сюда. Чай, да. Можно сказать, остыл. А сейчас... Домой приедешь и будешь сожалеть. Блин, что я не покушал? Я уже вот еду и думаю, блин, надо было. Я вчера бешпармат покушал, Вчера На такое количество мяса смотреть страшно, не то что кушать.